тарахтит, потому что здесь разбитая дорога. Уточка проходит через дорогу, видите, вон они, прудик здесь. Видите, уточки сидят. Какая красотень. Бонжур, мадам. Написано мой бонжур. Я и говорю. Бонжур. Так, куда я еду? Это у нас опять город Вентнер. Друзья. И чего бы нам не покататься по городу. Уж если у нас погода радует, шепчет. Чего бы нам тогда себя не насладить такой красотой. Так, куда я еду? Я не знаю. Здесь так высоко, я это не люблю. Ой. Ой, какая высоченная, крутая дорога. Ой. Вот я не люблю этот Вентнер. Настолько круто. Прямо 45 градусов. Вам, наверное, не видно, какие крутые здесь дороги. Ой, и солнце, блин. Прямо даже я не знаю, куда меня принесло. Ой, вот это вот, конечно, все дороги ведут к коммунизму, но как доехать? ХЗ иногда. Мне надо вниз спускаться, а я еду наверх. Неизвестно зачем. Я на самый холм поднялась. Надо было туда спуститься вниз, к морю, к океану. Ой, иногда очень красивые дороги, иногда не очень. Если не будет красоты, значит, выключу вам камеру. Здесь дорога серпантином. Я уже, покрутившись там, поднялась на самый верх. Но вот смотрю, что это вроде автобусы здесь ходят. Значит, дорога какая-то уже центральная. И возможно, что я от нее доеду. Нет, похоже, что сегодня мне доехать не удастся. Я хочу вам еще показать один вид. Вот здесь я припарковалась. Вот такая малюсенькая смотровая площадка. И дальше опять пролив Ла-Манш. Сейчас покажу вам вид. Хотя довольно странная смотровая площадка, скажу я вам. Потому что вот там-то видно, конечно, океан. Пролив Ла-Манш. Повторяю много-много раз. Потому что спрашивают постоянно. А что за океан, а что за пролив? Пролив Ла-Манш, English Channel. Вот он, красота. Но ничего не видно. Сейчас попробую открытое место найти. Вы знаете, только выключила камеру. Пошла, и мне прямо белка из-под ног рыжая выпрыгнула. Вот увидела более такой, более открытое место. Но здесь опять не пройти. Здесь опять домина чей-то стоит. Все загорожено. Ну вот, более-менее открытое пространство. Хотя, конечно, вот очень высоко. Если очень высоко, то тоже. Ну что, вот вид, горизонт. Никаких тебе скал этих шикарных не видно. Хотя море сегодня красивое, бирюзовое. А здесь вот, если вам видно внизу, видите, здесь терраска, пальмы, и дальше вот это огромное белое здание. Оно фасадом там на море. Здесь я стою сзади. Конечно, никакого особо вида тут нет, потому что у него, у этого здания, огромные окна. Туда вид. И посмотрите, какой балкон. Видно вам? Огромный балкон вот этот наверху, и там еще внизу. Вот еще очередные богатенькие живут.
Ну и что тут скажешь? Богатым везде живется хорошо. Вот представляете, каждое утро просыпаться, выходить на балкон и слушать этот шум прибоя и созерцать эту всю красоту. Amazing. Восхитительно. Ну а еще, опять же, для контраста, вот так люди живут, посмотрите. Боже, там, и мне даже страшно, я так боюсь высоты. Вот этот дом. И внизу там садик вроде как. Но там же ужас, темно, ничего не вообще не поймешь. Но зато на море вид с другой стороны. И вот такие ступеньки карабкаться. Самый низ. Вот так живут. Более бедные слои. А привыкли, вот и карабкаются, и нормально. Кто-то сказал, какие у вас красивые автобусы. А это автобус, показываю вам, голубой. Вот он детей развозит по школам. А у нас только зеленые автобусы рейсовые. It's lovely dog. Lovely, lovely. Yeah, nice. Give me their face. I would like to make a picture. Oh, it's lovely, 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 lovely. Thank you. Thank you for your help. That's all right. Ну все, друзья, прогулялись. Показала вам собачку. Я снимаю видео. Опять мужчина подошел, спрашивает. Ну вот, поговорили. Стал прям даже что-то такое мне предлагать. Показать. Но видели его, да? Что-то как-то он меня не очень приглянулся. Ну все, друзья, увидимся. Берегите себя. Всего вам доброго. Пока-пока.